Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Нанда Саудитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопижано Самаюктам Бинда Банам Манохара Ванча калпатару вашча кипа синду бевеч. Патитананг павуне бхавишна вибью намо нама. Мукан кароти вача ланг бангунг ланг хедгрим. Ят кипа там ханг банди парма нандо мадва. Бриндавай ту сиде бхи пиявай кесва сача. Шна бхакти паде деви шатва баттвай намо нама. Нараяна намаскритто нарунча ива нараттамам. Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудире. Санкиртане кришна катупадеш. Гаурия патрашо пракаса неча. Садануракта гуру бхакти юкто. Бхакти прамадакша жагодварна, дхейям сада парибхавагна мавиштадухам, тетас падам сива виранчанутам сараньям, витатюхам панотопалья бхавадибутам, банде махапурусате чаруна равиндам, ятпада паллавана качандамани чатая, Беспуржи, то кем-пикоповодушвадарси, Пурнану рагро сасагро сарамурти, Сарадикамай када кипампурс. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нита Ананда, Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда, Шри Кришна Чайтанна Прабху Нита Ананда. Сиаддхайта гададхара сивасади гаура бхакта бинда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодату. Шанкетануй капитару камала айхатакшау. Вишам бару дижавару жугодхарма палау. Банде жагат приякару. Каруна бхатару. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Раму Раму Хари Хари. Намами Ганге Тавападу Панкаджам. Сура Сурайр Вандито Диббарупам. Муктинча Муктинча Дада Синиттам. Бхавану Рупена Сада Наранам. Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивуши табам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Баги саджасва вадане Лакшмир жасва ча вакшаси Ясьясте хиде самбихи твам нишингам ахам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Прайна дева мунайо сави мукти кама маунам чаранти виджанина парартха ништа
Наитан вихайюкипанан вимумукшаеко, наньям тадасасаранам, брамато нупасе, праена дева мунайо, савимукти кама, маунам чаранти бижанина парартаништа, наитан вихайюкипанан вимумукшаеко, наньям тадасасаранам, брамато нупасе, Горья Госхипати. Гаудия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: я был вынужден причинять вам беспокойство, говоря об абсолютной истине. На самом деле я хотел, я делал это для того, чтобы вовлечь вас в настоящий хари-баджан. Поэтому я был вынужден говорить абсолютную истину очень строго и жестко. Я был вынужден доставлять вам беспокойство. Но я лишь хотел занять вас абсолютным харибаджаном. Настоящий харибаджан, настоящая харикатха, настоящий хари... То есть я делал все, чтобы вы оставили лицемерие и совершали подлинный баджан. Некоторые из вас воспринимали меня как своего врага. Но наступит день, когда вы сможете понять, что я хотел сделать для всех вас. В обусловленном состоянии это понять невозможно. Шудха Харибаджан очень редок. А Гуру Падападма можно сравнить с озером, в котором лотосы. Лотосы находятся. На воде, на поверхности воды. Water is there, and lotus flower is there, and up you can find sun god. Up you can find sun god. На небе светит солнце. If that lotus flower not going to take shelter of water, if that lotus flower not going to take shelter of water, если бы лотос не находился в воде. If that lotus flower not going to take shelter of water, then sun god can burn. Солнце бы спалило его. Then sun god can burn the lotus flower. Lotus flower cannot stay. Similarly, Gurudev can be compared with this water. Точно так же Гурудева можно сравнить с водой, у которой нам необходимо принять прибежище. Если мы примем прибежище, мы распустимся, как цветок лотоса. А если мы этого не сделаем, мы погибнем, как цветок лотоса от солнца, спаленный солнцем. Таким образом, хари-баджан невозможно совершать без поддержки духовного учителя.
Нискинчанасья Бхагават Бхаджанан Мукхасья Паранг Паранг Джига Миша Бхавасагарасья Сандарсанам Вишанам Атхо Яшитананча Ха-Ханто Виша Бхакханутья Апаш Опи Асаду. Махапрабху произнес эту шлоку. В ней говорится, что те, кто совершает Кришна-бхаджан, будь они грехастхи или отреченные, они являются нишкинчаны. То есть они являются отреченными. Юдхиштхир Махарадж был отреченным, как бы странно это ни звучало. Он был отреченным в полном смысле этого слова. Все преданные являются таковыми. Даже Амбариш Махарадж, несмотря на то, что он был царем, он был нишкинченый. То есть он, единственное его богатство — это Кришна. Bhagavat Bhajan Unmukasya. Those who are Niskinchan. Niskinchan means their only property is Krishna, nothing else. Niskinchan — это тот, у кого нет другого богатства, кроме Кришны. Те, кто готовы всегда совершать Кришна-бхаджан и хотят пересечь ужасный материальный океан. Опасный океан, в котором полно крокодилов и других хищных животных. Прабхупада Сарасвати описывает океан как опасное пространство, наполненное кровожадными животными, в котором можно погибнуть в любой момент. Кротха, Мацария и так далее, подобные животным, которые хотят наброситься на вас, которые в любой момент могут убить вас. То есть человеческие пороки сравниваются с дикими животными, с хищными, с хищниками. Для тех же, кто хочет пересечь этот океан, для тех, кто стремится избегать Йошит-сангу, неблагоприятное общение, а материальное общение Йошит-даршан крайне опасно. Как я уже объяснял, йошит не означает, не относится только к женщинам. То есть йошит санга — это любой объект, на который мы смотрим с настроением наслаждения, то, чем мы хотим наслаждаться. Махапрабху объясняет, что лучше умереть от яда, выпить яда и умереть, чем идти по пути йошит санги, потому что из этого можно опускаться все ниже и ниже, сознание будет притупляться все больше, и мы упадем до самых низов. Поэтому гораздо лучше напиться яду и умереть. Потому что если вы лицемерите в преданном служении, это не приведет ни к чему хорошему. Отец Рагхунат Дас Гасай и его брат Хиранья Гавардхан давали много пожертвований
очень много жертвовали, жертвовали в Шантипур, жертвовали в Майпур, повсюду. Но Махапрабху никогда не называл их вайшнавами. Махапрабху говорил, что они подобны вайшнавам. Тем не менее, таковыми не являются. Они заботились о браманах, и у них была небольшая любовь, какая-то определенная любовь к гуру и вайшнавам. Тем не менее, они хотели наслаждаться деньгами, материальными вещами, положением в обществе. Поэтому Махапрабху относил их к категории вишай. Как вы можете помнить, когда царь Джаганнатхапури Раджапратапарудра захотел встретиться с Махапрабху, он очень сильно хотел. Но Махапрабху не был готов. Он не хотел встречаться с царем. В конце концов, за царя попросил Рай Рамананда. Махапрабху ответил: «Посмотри, я саньяси, веду отреченный образ жизни. Соответственно, я не могу общаться с царем. Это против правил». Но все начали упрашивать Махапрабху. Они объясняли, что, пожалуйста, позволь хотя бы прийти к тебе и поклониться, потому что царь обладает огромной любовью к тебе. Тем не менее, Махапрабху все равно не соглашался. Он объяснял: я саньяси, а он царь. Не по правилам встречаться с ним. Но в итоге он сказал: если он действительно хочет встретиться со мной, я могу встретиться с его сыном. Потому что существует вот такая шлока, в которой говорится: что атма входит в сына, то есть сын не отличен от отца. И сын, в конце концов, пришел, сын царя. Махапрабху тепло принял его, обнял его, но с царем он не был готов встретиться. Тем не менее, если у преданного есть огромная любовь к Господу, Господь не может игнорировать вас, Он обязан встретиться с вами. Вся эта игра была задумана именно для того, чтобы донести до нас это знание. Раджапратапарудра очень страдал от того, что Махапрабху не соглашался. Но преданные Сарвабхаума Бхаттачарья пообещали, заверили его: «Прабху обязательно дарует тебе свой даршан». Просто сейчас он пока не готов, потому что он играет лилу саньяси. Но наступит день, когда он согласится. И так оно и произошло. В момент Радха-ятры, когда Сарвабхаума Бхаттачарья и Раджапратапарудра, Каши Миша, наблюдали за колесницей Джаганнатха, как Махапрабху танцевал перед Джаганнатхом. Махапрабху не хотел вступать в контакт с Пратапарудрой. Тем не менее, Йога Майя устроила так, что царь Пратапарудра и преданные Махапрабху наблюдали за лилой, которую являл Махапрабху. Они увидели, только они смогли увидеть, что Махапрабху одновременно танцует в 7 группах преданных. Whereas each sampradaya
Но преданные каждой группы думали, что Махапрабху танцует только с ними. Но они сверху видели полную картину. И таким образом Раджапратапарудра получил очень редкий даршан. Когда колесница Джаганнатха достигла пункта назначения, доехала до храма Гундича, Махапрабху вместе с преданными предложили поклоны Джаганнатху. Махапрабху был он танцевал всю дорогу, и он остановился в саду, чтобы отдохнуть. Все преданные также присели отдохнуть. А Сарвам Бхаттачарья запланировал заранее, создал план, что как раз в этот момент Раджапратапарудра встретится с Махапрабху. Он знал, что Махапрабху будет отдыхать в этом саду, и посоветовал царю переодеться, одеться в простые одежды, одежды нищего. Прийти в сад Балаганди, где отдыхал Махапрабху, и там помассировать стоп Махапрабху, но при этом петь вот эту песню. А Махапрабху в это время будет с закрытыми глазами, ничего не будет видеть, будет отдыхать и посмотришь, как все выйдет. Царь сделал в точности, как сказал Сарвам Бхаттачарья. И Махапрабху в конце концов обнял Раджу. Обнял царя. Он спросил, кто ты? Кто ты, кто так внезапно пришел, чтобы даровать мне Амриту? Мне нечем отплатить тебе. У меня ничего нет. Поэтому единственное, что я могу дать тебе, мои объятия. Так Махапрабху в действительности хочет даровать даршан своим преданным. Преданный спрашивает у Прабхупады, а как получить даршан Бхагавана? Прабхупад отвечает, что Бхагаван хочет даровать свой даршан, но вы не совершаете гуру севу, а без этого невозможно увидеть Бхагавана. А для того, чтобы совершать гуру, то есть прежде всего необходимо получить гуру даршан. Чтобы его обрести, надо понимать, видеть не материальное тело Гурудева, а трансцендентное его тело, видеть его сварупу, и только затем мы уже сможем получить даршан Господа. Сегодня на Харикатхе, на Бенгале, я рассказывал о том,
что, казалось бы, Друва Махарадж, также его мотивы были нечисты, у него был какой-то неабилаш. Он отправился в лес совершать поклонение Господу с материальным желанием, казалось бы. Finally, Bhagavan was bound to come. Now question. И Бхагаван спустя время пришел, даровал свой даршан. И встает вопрос, как это возможно, если его мотивы были нечистыми, если там присутствовал Аньябилаш, почему Бхагаван пришел к Друве? Что это значит, у Бхагавана есть какая-то пристрастность, кому-то он добр, а кому-то нет? Прежде всего, нужно понять, что Друве Махараджу было всего 5 лет. Естественно, он не понимал, у него не могло быть какого-то определенного желания, что он хочет стать царем, что он хочет сам сидеть на троне. Поэтому определенное его сердце не было сильно осквернено. Он был кшатрием. А кшатрии очень сильны. То есть, если они что-то говорят, они следуют тому, что они говорят. Если и он, потому что он от природы был решителен, он отправился в лес, чтобы совершать баджан, что ему надо было? Ему нужно было просто сидеть на коленях отца. Все, что он хотел. Но в то же время он не был лицемером. В Рай Рамананда Самвад рассказывается, Нарада Муни говорит Юдхиштхира Махараджу, Бхагаван готов. А сам Бхагаван говорит, что я хочу отплатить тебе за то, что за тот баджан, который ты совершаешь. Это говорит. А, то есть Нарада Махарадж рассказывает Юдхиштхиру, что Бхагаван готов отплатить абсолютно за любое твое усилие в служении ему. Тем не менее, он не готов, то есть он готов легко дать служение, но не готов дать бхакти. Поэтому обрести бхакти не так просто. Но в то же время, как мы уже говорили, бхакти, Господь всегда хочет дать бхакти. Как же это примирить? Если лицемер хочет иметь какие-то корыстные мотивы, он хочет, он якобы совершает Кришна-баджан, но в то же время он хочет что-то получить от Кришны. Как какой-то бизнесмен, который занимается определенной деятельностью для того, чтобы получить деньги. Им Кришна не дает бхакти, но простосердечным, которые, как Друва Махарадж, Он просто хотел сидеть на коленях отца. И для этого он знал, что ему нужно совершать баджан. И в конце концов он получил даршан Бхагавана. И тогда он осознал, что я искал стекляшку, но нашел
драгоценнейший камень. И Прабхупад объясняет, что Бхагаван очень сильно хочет помочь преданным, простосердечным преданным, возможно, глупым, но не лицемерам. Такие люди, такие преданные, не осквернены лицемерием. Именно поэтому Бхагаван стремится помочь им. Друг Махарадж пошел в лес, потому что его мама сказала, что для того, чтобы получить то, что ты хочешь, тебе нужно совершать баджан в уединенном месте. Поэтому он с решительностью отправился в лес. Он не спросил разрешения у мамы, ранним утром просто взял и ушел. А по милости Нарады Махараджа он достиг успеха в баджане. Потому что Нарада Махарадж даровал ему мантру и в точности следовал наставлениям своего духовного учителя Нарада Муни. Главная причина, по которой Бхагаван был вынужден предстать перед Друвой, это колоссальное желание Друвы обрести бхакти. У него в сердце была постоянная тревога, когда я встречусь с Бхагаваном. Настолько страстное желание. Но и в конце концов он говорит из своего смирения, что я хотел получить положение, хотел. Но в действительности у него не было желания царствовать, он не хотел управлять королевством. Он просто хотел сидеть на коленях отца. Зачем, что пятилетний мальчик может понимать в таких вопросах? Зачем ему королевство? Поэтому его сердце еще не было осквернено. Но ключевой фактор — это то, что в его сердце было страстное желание встретиться с Бхагаваном. Он каждый день думал: «О, Бхагаван придет, придет, он определенно придет». Если у вас будет такое рвение, вы также обретете даршан Господа, но у вас его нет. Когда-нибудь я расскажу, какое страстное желание встречи с Кришной было у Чайтаньи Махапрабху. Как он рыдал в Гамбире, как он выбегал, как сумасшедший, как... вдыхал жасмин под полной луной и думал о Вриндаване, как он хотел встретиться с Кришной, переполненной Бхавой и Радхарани. Несравненное стремление встретиться с Кришной и постоянная мысль, что Кришна идет, Кришна придет. Таким образом, такое стремление, страстное желание помогает нам в баджане. Может помочь нам в баджане. А если вы сможете совершить Браджа-мандалу парикраму под руководством Браджаваси, в особенности под руководством Гопи, Кришна не может не прийти, не может не предстать перед вами. This is common seva. My Krishna,
Когда начинается танец раса, Радхарани размышляет: «Мой Кришна танцует со всеми, ко мне он не проявляет ничего. Он со мной ведет так же, абсолютно так же, как со всеми остальными гопи». И, конечно же, это трансцендентная ревность. Во Вриндаване она достигает совершенства. Это совершенно несравнимо с материальными чувствами. Итак, Радхарани, видя, что Кришна абсолютно так же ведет себя с другими, как с ней, не выражая ей никакого особого отношения, Радхарани исчезает, и вся расалила разваливается, прекращается, останавливается. Потому что Радхарани — ключевой центр расалилы. Без нее расалила не может продолжаться. Как только ушла Радхарани, за ней пропал и Кришна. Он отправился на поиски Радхарани. Я уже рассказывал в Гопи-гите об этом. Гопи, в Гопи-гите описано, как гопи, как безумные, всю ночь напролет ищут Кришну в лесу на берегу Ямуны. Замечательная шлока. Таким образом, если вы сможете совершить Вриндавана парикраму под руководством гопи, вы достигнете совершенства. Даршан храмов Вриндавана нужно получить либо до парикрамы, либо после. Все божества, которые были открыты Госвами, их нужно получить их даршан. Нужно понять один важный момент. Некоторые группы преданных совершают парикраму. А потом возвращаются. Но это не парикрама, это даршан. Нельзя ездить на машинах на парикраме, на рикшах на парикраме. Нельзя. То есть, что я хочу сказать, если вы идете на парикраму, а потом
Парикрама не является парикрамой, когда вы совершаете ее наполовину, а потом возвращаетесь назад в храм. Это можно назвать браджа-даршаном, но никак не парикрама, потому что парикрама должна совершаться от изначальной точки, полностью нужно проходить расстояние и только завершить ее, и только потом вернуться в изначальный пункт. Так, вчера мы говорили о Матхуре, когда Камса правил, было очень много богатства в его королевстве. В настоящий момент на этом месте стоит город. Уже не осталось и следа. Там, в Матхоре, около Кешаваджи Гаудиаматха, есть высокое возвышение, и именно там сидел Камса во время общественных собраний. И ничего, кроме этого возвышения, не осталось. Там Камса проводил Данур-Ягью. Он жертвовал... Он устроил состязание, кто сможет сломать лук. Могущественные, то есть сильнейшие люди приходили и старались это сделать, но ничего не получалось. В конце концов пришел Кришна. Он взял и легко разломил его. Камса очень сильно стал переживать из-за того, что увидел. На самом деле Камса переживал постоянно. С тех пор, как Махамая явилась перед ним в образе девочки, рожденной как сестру Кришны, он хотел ее убить, но она выскользнула из его рук, вознеслась в небо и проявила 8 рук, облик Деви, и, рассмеявшись, сказала: «Хочешь убить меня? Но это тебе не поможет. Тот, кто убьет тебя, уже родился. Уже родился». С того момента Камса постоянно пытался, постоянно повсюду видел Кришну. Он принимал омовение в реке и видел Кришну. Пил воду, видел в отражении воды Кришну. Когда Камса устроил фестиваль состязаний, пригласил Кришну и Баларама. Было грандиозное собрание, музыка. Кришна и Баларам были приглашены, потому что Камса в действительности хотел там их и убить. Он в действительности весь этот фестиваль и устроил для того, чтобы убить Кришну и Баларама. Поэтому он позвал Чанру и Муштику, невероятно могущественных борцов, силы тысячи слонов.
Кришна должен был сражаться с Чануром, а Баларам с Муштикой. А Камса наблюдал, сидя на своем троне, на возвышении. Когда Кришна и Баларам взошли на ринг, и прежде всего Кришна с легкостью выдрал бивни Кувалаяпиды, сильнейшего слона. Сильнейшего слона Камса. И тогда вначале он думал, что этот слон с легкостью убьет Кришну Баларама. Камса очень сильно начал переживать. С Вриндавана вместе с Кришной также пришли много его друзей, много браджаваси для того, чтобы посмотреть на фестиваль. Но когда они увидели, с кем должен сражаться Кришна и Баларама, маленькие молодые юноши, всего 11 лет от роду, должны были сражаться с такими огромными, сильными бойцами. Это совершенно несправедливо. Царь устроил неравный поединок. Но Кришна и Баларама быстро расправились с ними. И тогда Камса осознал, похоже, мой час настал. Похоже, сейчас, следующим буду я, сейчас умру я. Кришна взобрался на трон Камсы и сбросил его с трона. Сбросил на сцену, на ринг и разделался там с ним. Убил Камсу. Тесть Камсы, Джарасанда, не был обычным человеком. Он захотел отомстить Кришне. Он хотел отомстить за своих, за мужа своих дочерей. Кришна расправился со всеми. В Матхуре много значимых мест, мест, которые необходимо посетить. Вы когда-нибудь слышали о Гокарнаджи Махараджа? Он поклонялся там, в Матхуре, около радиостанции Шивджи Махараджу. В Матхуре есть радиостанция, и рядом находится Махадев, божество Махадева. Там Гокарнаджи Махарадж поклонялся ему. Саптариши, Муни, Риши поклонялись там, в Матхуре, солнцу. Место рождения Кришны необходимо посетить. Когда вы придете на настоящее место рождения Кришны, вы увидите тюрьму, где и сидели Васудева, Деваки. Я не знаю,
происходит ли там какое-то поклонение, совершается поклонение или нет, но, скорее всего, думаю, что нет. They are actually near that temple, that is the birthplace. And there after that you can get one, you know, big kunda. Рядом с настоящим местом рождения находится большая кунда. Как я уже рассказывал, она называется Путра Кунда. Когда Кришна родился в тюрьме, он был в облике четырехрукого. Был с четырьмя руками. И тогда Девики Ма взмолилась: «Кто поверит, что ты мой сын?» И тогда Кришна принял облик маленького ребенка, новорожденного. Он сказал: «Я хотел даровать тебе свой даршан в четырехрукой форме, потому что хотел напомнить, что в прошлых рождениях ты хотела, чтобы я родился у тебя, чтобы я был твоим сыном. И ты, и Васудева, твой муж, хотели этого, поэтому я напомнил вам об этом желании». Но затем Кришна принял облик новорожденного. Девики и Васудев же не помнили прошлого. То есть имеется в виду, они сразу же забыли, как только Кришна принял облик младенца. Они забыли, что он являлся перед ним в четырехрукой форме, потому что иначе бы они не смогли воспринимать Кришну как своего сына. И после того, как родился Кришна, Деваки Ма принимала омовение в этой кунде. В соответствии с индийской культурой, после того, как женщина родила ребенка, ей нужно принять омовение. Ей нужно находиться в обособленной комнате, перерезают пуповину, очищают все, и потом она отправляется в Гангу принять омовение. Или где-то в другом водоеме очень много правил. И Деваки Ма в соответствии с правилами приняла омовение как раз в Утара Кунде. Также я рассказывал о Дваракадише, о храме Дваракадиша. Во время Кришны еще не было этого храма. Его построили значительно позже, тем не менее храм очень большой и роскошный. Люди приходят, много людей посещает его. Какой-то саду построил этот храм, богатый храм. Рядом находится божество Мадан Махана. Очень-очень маленький, но это божество очень знаменито. Храм, в котором он находится, очень старый.
Конечно, это не наш Мадан Мохан, о котором мы уже говорили, который находится во Вриндаване, это другое божество. Затем мы разговаривали с вами о Адикешаве, белом варахе. Когда Махапрабху танцевал, он пришел в Матхуру и в храме Адикешава он танцевал и между тем встретился с Саунурия Браманом. Тут также и начал танцевать, и тогда Махапрабху, увидев его, спросил: наверняка ты как-то связан с Мадхавендра Пури, иначе такой бхавой обладать невозможно. И так они и познакомились. Как я уже рассказывал, Махапрабху принимал омовение в 26 гатах Ямуны, которые находятся в Матхуре. Для нас это запредельно. Я расскажу о всего одном-двух гатах. Там есть 24 гата, и Махапрабху принял омовение в каждом. Мы, конечно, не можем следовать ему в этом. Главный гат — это тот гат, где Кришна омывался после того, как убил Камсу. Этот гат называется Вишрамгат. Он находится в Матхуре на берегу Ямуны. Когда вся вода находилась под землей, вся земля находилась под водой, простите. Варахадев поднял землю на своих клыках, из воды достал ее и установил так, чтобы земля вращалась, и после этого Вараха исчез. Спустя долгое время он явился опять, черный Вараха. Вишна Чакрати Пад объясняет, что Шукадева Госвами обе эти истории рассказывает вместе, потому что у него не было возможности их разделять. Черный Вараха описан в третьей песне Шримад Бхагаватам, как он пришел, сражался с Хираньякшей, победил его. Хираньякашипу разгневался из-за этого, потому что Вишну убил моего брата, соответственно, он мой враг. То есть Варахадев — это Вишну Татва, поэтому он разгневался на Вишну, стал совершать суровые аскезы, чтобы обрести силу, чтобы отомстить. И в Матхуре очень много мест, которые необходимо посетить. Следующий храм — это Дирга Вишну. Когда Бхагавану было 11 лет, Кришне, after that Krishna gone to Mathura.
Когда он еще не убил Камсу, он явил перед ним огромную свою форму. Камса сам увидел, как Кришна стал огромным. Камса сидел на возвышении, как я уже говорил. На троне. И Кришна достиг гигантских размеров, чтобы дотянуться до Камса. Арджуна, Вишварупа, Господь, явил Арджуне свой вселенский облик. То есть явился также трансцендентный облик, когда он достигал колоссальных размеров, и точно так же сейчас он перед Камсой стал огромным и стащил Камсу с трона. И как раз Дирга Вишну означает «высокий», «большой». Это божество Кришны в этой форме. На самом деле, сами вряд ли вы сможете отыскать все эти храмы. Необходимо какое-то руководство, потому что все они разбросаны по Матхуре. Также, между тем, вы можете посетить храм Кешавы Госвами Махараджа. Порой Деви принимает одну из десяти форм. У нее есть десять форм. Во Вриндаване есть храм Катаяни, и вы сможете, если посетите его, увидите как раз вот 10 этих обликов. У каждой формы есть свое имя. В Камакхе, в храме Камакхи также есть 10 мурти Деви, которые она, то есть разные ее формы, которые она время от времени принимает. Даша Махавидья называется. Они. И можно получить даршан их, который, то есть в храме они находятся также в Матхуре. Помимо всего, в Матхуре есть государственный музей. Где много важных исторических вещей, связанных с Кришной. Я никогда его не посещал, тем не менее, вы можете сходить туда. Дальше вы придете к Бутешвар Махадеву, предложите ему поклоны, отправляйтесь к Ма Бавани. Она находится под землей, очень глубоко под землей. Туда ведет лестница. Вы можете получить даршан там. И попросить разрешение у Бутешвар Махадева. Прежде чем начать парикраму, необходимо дать обеты. Иногда преданные начинают парикраму с Манаси Ганги, совершает ачиман на ней. Кто-то начинает парикраму с Радакунды, совершает ачиман там. Кто-то с Ямуны начинает. Правило таково, что начинать парикраму. Нужно с храма Бутешвара, потому что он власть, то есть управляющий дхамой. Если вы от всего сердца
попросите разрешения у Бутешвара совершить парикраму, никогда у вас никаких препятствий не возникнет. Я очевидец, на своем опыте я знаю это. Каждый раз я предлагаю Бутешвару воду, возношу ему молитвы, и никогда никаких трудностей не возникало во время парикрамы. Ни один муравей меня не укусил. Ни дизентерии, ничего не происходило со мной. Хотя пил воду повсюду, разную воду. Кто давал мне, я пил. Люди предлагали мне, хочешь, баба, попить? И я пил. Мы же не будем с собой таскать эту воду. Сколько воды вы с собой, сколько воды вы с собой вы сможете утащить? Когда я ходил в Гималайи, я также ходил с пустыми руками. Очень высоко ходил. Посещал разные святые места Гималаев. И получил там поразительный опыт, фантастический опыт. Это было очень давно. Тогда еще все не было так, как сейчас. Сейчас даже в Гималаях люди хотят наслаждаться. Можете себе представить, поехать в Гималаи, чтобы достичь самосознания, но люди наслаждаются там, они арендуют кондиционированные комнаты, лежат в горячих источниках. И именно поэтому Шанкар Бхагаван 12 лет назад устроил это природное бедствие, когда погибло тысячи людей, были разрушены храмы, было разрушено все. Можно сравнить, если вы пишете письмо и водой заливаете, и все чернила, все, что вы написали, смывается. То же самое было в этом месте. Потому что люди думали, что Гималаи — это место для наслаждений, место, куда можно съездить, понаслаждаться. К сожалению, то же самое происходит в Браджа-мандале. Богатые люди приезжают, они сидят на стуле где-нибудь перед Ямуной и попивают кофе. Но ведь это не место, где можно наслаждаться. Раньше ситуация была значительно лучше. Полностью противоположная тому, что сейчас. Итак, у Бутешвара необходимо попросить разрешение и с него начать парикраму. Если захотите остаться где-то переночевать, там есть много храмов, есть храм Нарисимхи, храм Кришна Баларамы, и я там останавливался. Ранним утром я получал даршан Бутешвара, совершал ему арати. Самое лучшее — выходить ранним утром, потому что из-за солнца будет тяжело идти, из-за палящего солнца. А если спать будете до 7 часов, парикраму уже не совершить. Нужно... Завтра мы посетим Мадхуван. Я расскажу немного о Друве Махараджи, о том, как он там совершал Харибаджан, как он совершал аскезы. На сегодня я хочу остановиться. Итак, парикрама хороша, когда мы совершаем ее от всего сердца. Это очень и очень благоприятно. Вы сможете избавиться от обусловленности, от оков этого мира. Я начал со шлоки, в которой говорится, что гуру и вайшнавы стараются изо всех сил помочь обусловленным душам. Чистые преданные заботятся о благе других. Thank you.
Now we will have to run very fast because from time is approaching, huh?